Приветствую вас на канале Asmodee Play. Играем Call of Duty. Первый. Так, нажмите, чтобы начать задание. Задание. После завершения операции у дамбы избежать плана и добраться до аэродрома примерно в 8 милях. Все понятно. Ты готов, приятель? Возьми Панцерфауст. Вот так вот. Или что, или не надо было? Ну вот. Давай. Стреляйте же, что? Ну вот. Давай. Ну вот. Прекрасно. Нам придется сделать Панцерфаус. Этот кретин взорвется, если мы все сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Проклятый ублюдок не сорвался. Да возьми, кто стреляет? Ты прикроешь меня, я сделаю это вручную. Кто стреляет? Кто стреляет? Друзья, нет. Но те, которые перебежали, от них надо уже избавляться. Я как погляжу, у тебя тут все есть. Стреливают у нас. Я врага не вижу. А, вон он. Понятно. Блин. Чёртова мотоцикла, надо их победить. Ладно. Так. Ещё немного. Блин. Так, ладно. И... бам! Блин! А ведь так хорошо все было. Я даже видел, как тело там выпало. Может, с другой стороны бьет на что-то. Блин! Стрелка, он никто. Он сам слез. Так, это кто, наши? Ой-ой-ой-ой.
Вот тут я знаю, есть аптечка. Мне ее не дают взять. Да стой! Какого черта он делает? Боже, мы это сделали. Я дьявольски сильно в этом сомневался. Да ладно. Смелость — это страх, держащий на минуту дольше. Держащийся на минуту дольше. Давай. Так, при успешном попадании на аэродром, состояние боевой готовности и статической обороны на территории операции. Мы двигаемся к аэродрому, где ждет остальная часть команды. Они радировали, что придумали какой-то план бегства. Тихо. Че ты кружишь-то вот? Минуточку внимания. О, ни хрена себе! Вот это подкинуло, вот это подбросило. Где ждет остальная часть команды. Они радировали, что придумали какой-то план бегства. Спокойно. Так, куда ты нас привел? У нас прикрытие или что? Противника. Сержант Белов,
А можно еще хотя бы аптечку какую-то, пожалуйста. Вот так уже лучше. Так, я не понял, а мне где спускаться-то тогда? А, грузовик! Ну, поехали! Вот они, это наш самолет. Чтоб не провалить, никогда ничего красивого я не видел. Да, еще и попал же. Если мы не покончим с войной, война покончит с нами. Давай следующий уровень. Посмотрим, насколько мы сильны. Гакоя, Норвегия, 27 октября 1944 год. Так, войти на борт немецкого линкора Тирпиц. Ну давай. Надеюсь, морской болезнью мы не страдаем. Не ублюем ему там палубу. Едем, едем. Едем, не пиздим. Да, потому что здесь так страшно ехать к врагу. Давай, вот ты, блин, с усами такой, майор Прайс. Кстати, почему майор вот всегда? Он что, не дослужился, что ли? И там его внук воюет в следующих частях. Будь здесь. Все на одно рыло, кстати, постарались выбрать. Так, давай, давай, давай. Азбука Морзе. Так, морзянка передана. Что друг другу сказали, хрен его знает. Ну, что-то сказали. Три колодки. Так, отлично. Эванс, нам с тобой надо попасть на нижнюю палубу и найти оружейный склад прежде, чем выводить из строя двигатель. Держись рядом со мной. И если только ты не подучил немецкий, оставь переговоры мне. Уотерс, ты останешься здесь. Будь готов убраться отсюда, как только тебя заметят. Хорошо. Я тоже готов убраться, как меня заметят. Меня заметили, я готов. Свалять отсюда. Это же опасное дело. Ты что задумал? Bitte eine Erlaubnis. An Bord kommen zu dürfen. Erlaubnis erteilt. Hop. Ну. Булькой. Dürfte ich wohl Ihre Papiere? Предъявите, пожалуйста, ваши документы. Wo ist Fregattenkapitän? Где Шмидт? Он отправился на срочную встречу с адмиралом Деницем. Все в порядке. Добро пожаловать на борт. Оу, yes, yes. Так, мы на борту. Охренеть, какого эсминца. Так, мне от тебя надо только не отставать. Давай. А, ты можешь бежать. Ну так давай бегом. Олежа. Думаю, таким образом мы сможем попасть вниз.
Я тоже думаю. Только каким таким? Вот таким? Или каким? Вот как грузовой это... Вот так. Так, не сюда. Кто так строит? Давай, где этот петушара? Смотрите, не лагает. А, во. Иди сюда, надо побазарить с пацанами тут. Погоны у тебя большие, что ли? Предъявите, пожалуйста, ваши документы. Мне надо проверить их. Подождите, пожалуйста. Ждем. У меня тут офицер, который утверждает, что у него настоящие документы. Да. Алло? Алло? И оружие взрывчавшее жилье. Вдоль этого коридора паровые котлы судна. Пока мы будем идти, будь настороже. Так. Немцы тут наверняка так и кишат. Конечно. Так, все, мы взяли, все взяли. Ну, давай пока вот с этим. Так. Ладно, пойдем сюда. Так. Мне куда-то назад. Мне тут надо что-нибудь? Так, на чем в котлах корабля? Осталось два. Ну давай, наверное, тут круговое движение. Так, мы все сделали. Так, как выбраться отсюда теперь? Надеюсь, правильно. Только здесь сбрякали. Оу. Так, ПВО на мостике, ПВО. Вау! Подождите минутку. Где этот прайс? Почему я за все отдуваюсь?
тут с двух сторон. Назад. Кто-то где-то стреляет. Йоп. Блин, такое чувство, что он за мной гонится и стреляет. Так. Аптечка-то будет? Нет хоть? Аптечка есть. Так, понятненько. Да я еще какую-то штуку взял. А у меня есть такое, уничтожить, найти журнал морского патруля. Есть. Ну так, ладно. Вниз. На судно, снабжение. Блять, хорошо сказать вернуться, я не знаю, куда тут идти. Вот это я хорошо услышал огонь. Блин, им посюда-то не прыгнуть. Охренеть. О. Мне кажется, специально так строй, чтобы враг не смог пройти нахрен. Падла. Ушел куда-то. Можно было потуда, да, значит? Ух ты, аптечки. Кто? Там наверху, наверное. Понятненько. Да? Точно наверху. Ты мой отхода прикрывай.
Бежим. Мы потеряли капитана, черт. Отличный парень был. Надо выбираться из этого проклятого. Что-то места. С этой ни хрена мы его не потеряли. Ну что ж, все. Важнее всего никогда не бояться. Враг, который заставляет нас отступать в этот момент. Так, мы это читали.